слово. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне в гости. И еще я приготовлю тебе сладкий подарок. Мне никакие подарки не нужны, потому что я просто жду твоего прихода. У меня есть маленький братик Владик. Еще у меня есть мама и папа. Я очень люблю дедушку с бабушкой, а особенно тебя. Я на следующий год пойду в школу. И еще я хожу на спортивную гимнастику. Я очень люблю рисовать. И еще я тебе свою песенку расскажу стишок. Партнеры проекта. Глазная клиника «Офтальма». Весь спектр услуг в лечении заболеваний глаз. Федеральная компания капитального ремонта.